Так, ну что, следующий обзор у нас будет на 10-ваттную лампу. Это у нас самая одна из мощных ламп. Значит, была у нас одна из самых мощных ламп 10-ваттная. 75 ватт светит как 75 ватт, 880 люмен. Это седьмой мой обзор. Девятая лампа без пульсации 10-ваттная тоже. То же самое. Они вот, в принципе, две одинаковые лампы. Только одна температура свечения имеет 400, другая имеет 2700. Ну что, давайте тогда смотреть. 920 люмен, утверждает производитель. 87% у нас будет экономия. 1 год гарантии. Срок службы в 25 лет дольше. Ну супер, ну что еще могу сказать? Так, давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть внутри. В коробке достаем. Большая лампочка. В принципе, не разбита, доставлена хорошо. Что еще у нас здесь? Ну, в принципе, все. Посмотрели, увидели, порадовались, убрали. Ну, а теперь сравним, как будет светить.